Рентген-здымки у Могилевской центральной поликлиницы переведены у цифровый формат. Для больш якостного обследования пациентов миновито такого комплексу и не хапало, говорят специалисты. Тому лето сидробили замову у Министерства аховы здоровья на закуп суперсучасного обсталявания. Униэксперт плюс рентген-комплекс такого классу – один у Могилеве и третий у Беларуси. Нет необходимости в рентгеновской пленке, нет необходимости в использовании химических реагентов для проявления рентгеновской пленки. Также то, что немножко ускорилось время проявления пленочки цифровой и обработки данных, это, естественно, уменьшает время для исследования пациентов, это, конечно же, плюс. Ну и так как качество снимочков стало более четкое. Летась у поликлиницы установлены сучасный визиограф для рентген-здымков зубов. Все это дозволило цалком укомплектовать отделение. Все 5 установок працуют на полную могутность. До централизованных закупов долучаются и спонсоры. Дякуючи такой подтримке у лаборатории поликлиники появилось новое обсталевание для гематологичных доследований. Тут, например, идет диагностика на онкомаркеры и гормоны, а на этом анализаторы доследуют формулы крови. Экономические затраты меньше, потому что все идет автоматически из определения и расчеты лейкоцитарной формулы, и определение гемоглобина, тромбоцитов, лейкоцитов, что немаловажно для диагностики любого заболевания. Сучасное обсталевание и повышение якости послуг – знак того, что установа развивается. Сёлета Могилевская центральная поликлиника отзначает 150 год. Свой юбилей она сустракая с добрыми выниками. Амаль цалком компьютеризованная система, открытый центр договорных медпослуг, что свечить про якость медицинского обслуживания и его запотребованность. Кристина Каранкевич, Виталь Алексеенко, новины региона.